Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Games. С вами я, Скиф, мы продолжаем играть в Ark Выжженная Земля. И, в общем, что тут произошло, почему не было сколько-то дней видео? Ну, дело в том, что я сносил винду и там были кое-какие проблемы. В итоге у меня два видео, которых я уже отснял, они пропали. И, по всей видимости, я не рассказывал, придется еще раз рассказать. В общем, вот эту виверну у нас зовут Гера, да, у нас Зевс и Гера. Опять же, большинству, я так понял, подписчиков понравился вариант именно что с Герой. Ну, там и лайков больше, и предлагали неоднократно. Поэтому Гера. Гера, Зевс. Геру немножечко уже подкачал, ну, немножечко. Зевс по прокачанию пока что. Но зато у Геры 100% привязка. О, да, здесь удалось ее сделать. Как бы, это круто. Дальше, тут вообще много за этой серии что произошло, которых вы, к сожалению, уже не увидите. Поэтому давайте сейчас обо всем понемножечку и буду рассказывать. Так, с чего бы тут еще начать? Я пчел затомил, вот что. Одну пчелу, пока там был Evolution Event. Я уже ее убрал отсюда. Но надо, кстати, поставить. Пойдемте поставим улей. Потому что мед мне нужен. И сейчас объясню, почему. Опять же, да? А, кстати. У меня тут сейчас еще беда небольшая нарисовалась топливом. Так, давай дровишки. Джиггернаут. О, смотри, он голодный. Так, что тебе качнуть-то? Тебе, наверное, вес. Больше особо ничего не надо. Давай. А то стоишь тут камней вокруг полно, голодаешь. Все, кушай. Кушай. Что-то как-то я забыл, что и тебя кормить надо, да? Само собой, значит, у нас и босс тут голодает. Ну-ка. Нет, с боссом все как-то получше. Ну, у них количество еды как бы приличное. Ну, в смысле, сама характеристика. Тут так вообще 24 тысячи. Но в любом случае, пускай лучше подъест. И чувствует себя комфортнейше просто. Блин, такие они высокие, с них так больно падать. Что у меня там по дереву? 73 я что-то взял. А, в принципе, хватит. По идее, должно хватить. Пойдемте зарядим там печечку. В аккурат, чтобы у нас там побольше бензинчика выработалось. Вот он как-то довольно быстро тратится. Если ты не в онлайне, то ремонтировать особо не надо. Движки эти, ну, движки, генераторы. А вот именно что бензин жрется, по-моему, довольно-таки неплохо. Так, яйца. Да, ради чего мне улей надо ставить? У меня появилась охотинка. Такая вот. Довольно низкоуровневая. Да, она была низкоуровневая. И где-то 6 кексов понадобилось, или около того. Кстати, надо забрать. Здесь также полимер производится в небольшом абсолютно объеме. В ней можно хранить полимер. Он долго хранится. Дольше, чем в холодильнике, вроде бы как. Поэтому потихонечку, как бы, паста у меня тут аккумулируется на какие-то постройки, да, в дальнейшем и так далее. Что тут с жуками? Все вроде хорошо. Так, и да, видеопарк вообще будет сейчас меньше. Релиз игры отложили до 29 августа. Да, я думаю, посмотрим. Что-нибудь к релизу не сделают. Они вроде там грозятся подтянуть оптимизацию, к слову, да? Ну и не только. О, у меня тут еще даже мяско есть. Шикарно. Давай только состакаем нормально. Тут что-то как-то странно. И немножечко перекусим мяском. Ну и давайте займемся этим производством топлива. Я же дровишек-то взял. Так. Немножечко непривычное. Пару дней нормально не поиграл. И все, быстренько отвыкаешь от всего, от интерфейсов и так далее. Особенно после того, как винду снес, так вообще. Так, сколько мы сюда зарядим? Давай, нормально надо. По идее, надо две печки сразу понаделать. За нефть еще надо слетать, проверить. Так. Столько хватит. Кожа у нас тут, ящичек с кожей имеется же на примете. Да, он тут рядышком.
Заряжаем одну печь. В принципе, пусть фигашит. И хочется сразу, наверное, и вторую зарядить. А, тут металл. Ну, ладно. Ладно, пока этого хватит, короче. Плохо, что левелы долго берутся. Причем, ну, у меня скоро, по идее, 80-й. Но то, что я хочу, оно не скоро появится. То есть продвинутую эту турбо-мега-супер-нано-печь, в которой можно... А, жди, или она сейчас появится на 80-м. Да, вот эта печь на 80-м появится, отлично. Не помню, сколько она по ресурсам. А это для варки и готовки всякого на 89-м. Все, окей, тогда хорошо. Мы сможем нормальную здоровую печь поставить, в которой можно будет... А бензин в ней можно будет производить? Это интересный вопрос. Я не помню, в ней можно будет металл бодро плавить. Очень быстро, это я помню. Так, ну ок. И тогда придется все-таки улей поставить. А для ульев нам надо, как ты ни крути, редких цветков. Ну, мне много не надо, мне там просто хатинку покормить. Поэтому, наверное, слишком много я брать цветков не буду. Вау, свет в глаза. Да, надеюсь, они с оптимизацией, конечно, поработают, потому что до сих пор, сколько уже лет игре, с оптимизацией здесь не все айс. Что у нас тут? Ну, понятно, гнили это ее дофигища повсюду. Это, в общем-то, не важно. Такс. Кстати, я еще и семена растения X выволок. Там по болоту, когда летал, хатинок искал. Тут у меня там еще сметало всякое. Ну, это ладно. Это я пытался застроиться в пещерке, а здесь, в здешних пещерах, оказывается, ни черта это нельзя сделать. Поэтому я не слегонца так обломался по этому поводу. Где улей? А, ну вот он. Пчелиный улей. Пошли его поставим. Мне немножечко метка надо, пару кексиков сделать. Ну, 3-4. Думаю, надо бы сделать это порядка там 8 меда надо, да? Текс. Ну вот. Потом его можно будет также само убрать, без проблем. Заряжаем. Цветочки здесь по 20 часов одна штука живут. Но они тратятся быстрее, там как-то в зависимости от производства меда. Но в этом плане у нас пока что все хорошо. В общем, и пчелиный улей есть, и охотинка есть. В этом плане все-таки здорово, да? И кое-чего я тут еще делал. Пойдемте покажу, как я металл нынче фармлю. Довольно-таки простой процесс на самом-то деле. Так, Зевс. Ну, на Гере надо еще полетать, на это да. Но, надо бы тут подкинуть топливо, а то у меня что-то там совсем все печально. Хотя пока что хватит, конечно. Ну ладно, раз уж 30-шку взял, давай хотя бы 30-шку сюда закинем, чтобы было. Тут 18 уже. У меня такое ощущение, что где-то по 40-50 оно жрется в сутки. В Вики написано, что типа одно в час, но что-то ни черта. Что-то явно быстрее, раза в два так минимум. Давай попрыгун. Эти орнисы, вас вообще же рыбой кормить надо. Да, тут, конечно, кормежка, это все такое, короче, надо периодически постоянно заходить. Периодически постоянно. Так, у меня еще и навоз в инвентаре, это я бегал, грядки заряжал. Давай, мы тут специально, у меня такой ящичек есть. Скидывать это все несколько дольше. На самом деле, потом в инвентарь себе все это закинуть попроще будет. Но, тем не менее, мы вот это все можем сюда забросить. Все, я теперь без одежды. И... просто через кроватку, быстрое перемещение. Они опять что-то обновили и карту всю закрыло. What the fuck? Супер. Ну ладно. Придется на Виверне опять облетать все. Вот такой у меня тут маленький домик специально отстроенный. Сюда я приволок анкилозавра, кстати, надо скинуть. И я потихонечку начал как бы подфармливать металл. Потом буду забирать, там вот эту печку новую аккуратно надо будет сделать и плавить это все дело. Чё бы и нет. Уже у нас практически полный ящик.
Это что, 3, 6, 3, 6, 7, 42, 8, 400, 9000 металла, 4500, то есть в переплавленном виде можно получить. Давай глянем, что тут в округе. Да ты издеваешься. Стреви верно. Что мы делаем в такой ситуации? У нас тут две кровати. ТП-шим виверну и летим карать здешнюю виверну. Тем более она грозовая. А грозовая по грозовой не бьет. И в этом роде у нас преимущество, безусловно. Так, ладно, я даже одеваться сейчас не буду. Просто быстренько призовем свою виверну на помощь. Там у меня кецель, блин, еще свет как-то падает странным образом. Что у нас здесь? Здесь у нас так есть коготь чьей-то. Воу, смотри, какая засветка-то шикардосная. Так, окей. Отключил долбанные лучи света. Нифига неудобная тема, когда тебе в глаза светит это дерьмо. Поэтому полетели пока так. Вон заодно лучик соберем красный. И надо там виверну покарать. А то что-то она не особо удачно летает около нас. Заодно Геру немножечко подкачнем. Посмотрим, какая там виверна по левелам. Давненько я лучики красные не лутал. Потому что откровенно в них дерьмо. Да ладно. Опять дерьмо. Чё ж вы ничего хорошего-то не можете. Воу, тут у них система водоснабжения целая. У кого-то, да? Давай посмотрим, кто тут у нас такой хитрый. Ага, это вот эти ребята тут, в общем, какие-то новые чувачки построились. Какую-то хату такую зафигашили. Тут у них вон парники и все дела. Короче, по фэншую ребятки живут. Ну да ладно, помчались, нам надо с грозовой стоит разобраться. Кстати, в плане привязки, вот у нас привязанность к наезднику 100%, урон плюс 30, сопротивление плюс 30, то же самое, что и при 99. Единственное, у нее получается на один прок больше, поэтому она по характеристикам может чуть лучше будет в целом. Но пока что я пятнашку здоровья бахнул, тут у нас урон, выносливости, косарь. Выносливости пока хватит, дальше будем, наверное, до 20-шки все-таки здоровье поднимать, ну и урон тоже поднимать, естественно. О, смотри, зараза летает. Сейчас даже левел не посмотрю, но мне это и не важно. Мне важно ее накарать. Грозовую эту виверну. Что она вообще тут забыла? Ты откуда, братюня? Че ты сматываешься? Смотри, как игнорит меня. Давай, бей меня молнией. Блин... Воздушный бой это... Ой, что-то мелкоуровневая. 15-й. Просто забей. Тоже мне, блин, разлеталась тварь эдакая. Давай, кстати, Рекс посмотрим. А, этого, и этого даже хватило. И зелененький, смотри, какой красивый. 70-й. Мелковат будет. Но зато зеленая мутация у него. На молнию. Дерзишь мне тут. Не, ну, конечно, виверна это мощь. Когда ты обзаводишься вивернами, то просто жизнь сразу меняется к лучшему. Так, что у нас по дамагу? Нормально. Череп Рекса? What? Это за что? Это за убийство Рекса, что ли, падает? Теперь, да? Ну, там какие-то мелкие патчики были, что-то они меняли. Видать, и это поменяли, да? Ну и все. Что, полетели обратно, телепортируемся сюда, дабы подобывать металл. Что ж, теперь грозовая виверна нам тут ничем не помешает, мы можем спокойненько добыть металл. В общем, я попланирую всякую такую вот систему развернуть тут по всему серверу, в плане построечек, ну разных поменьше там и так далее, с металла, к примеру, да. Чтобы вот такие саманы, они довольно быстро рушатся, это надо периодически сюда будет тпхаться. Ну просто за металлом я все равно буду периодически тпхаться. Поэтому как бы no problem. Также у меня вот эта вот нефтяная вышка тут была как бы чья-то. Ну там таймер истек. Теперь это моя. Теперь она полностью моя.
Давай посмотрим, там она уже давно-давно должна нефтью забиться. Надо было... Химик? What? Я же свою ставил, не? Серьезно? Что за дерьмо? По-моему, там химика и была. Либо там какой-то откат на сервере был, либо чё. Непонятно, короче. И тут вот самый корявый на свете хитбокс. Вот ты думаешь, что ты бьёшь как бы металл, но ты бьёшь всё, что угодно, кроме как металл. Вот это чё? Вот как в него попасть? Тут как бы нет такой методы. Ну, откуда-то сбоку я обычно попадал. Ну, просто. Вот разработчики, что за дерьмо? Я вообще не попадаю ни в один из этих камней, самое забавное, что... О, стою промеж камней, машу хвостом. Ще плевай, да? Просто-таки жесть. Как бы есть металл, да? Но вот у всего металла на этой горке какой минус. У него непросты какой хитбокс. Вот реально. Вот где, куда бить? Обычно где-то вот здесь вот специальным образом встаешь. Блин, я уж пару дней не поделал и отвык. Ну, сам просто не попадаю. Куда б ни бил. Жесть. А, как собрать металл? Алло, я по нему нормально бегаю причем. Но почему-то мой анкила ни черта не достает ничего. Так, вот хотя бы камень зацепил. Уже прогресс. Просто-таки шикарно, еще камень зацепил. Сейчас бы неплохо еще металл начать бить. Не, ну что-то вообще жестко. Так, еще камень нашел. Металл! Причем смотри, где его добыл. Вообще где-то рядом с этим, как бы, рядом с этой залежью побил. И таким образом добыл. Вот это что за дерьмо? Вот это им надо править. Здесь он хавать хочет. В принципе, хавать не проблема. У нас тут на альтернативную, как бы, атаку в аккурат подхавать. Давай, вон там те ягодок всяких. Можешь спокойно подкушать. Вообще не проблемка. То есть хитбоксы тут какие-то невероятнейшие корявые. Вот сейчас я опять что-то... А, нет, все, вот тут получше, отлично. Но это ладно. Здесь еще один подвох. Блин, а там моя вышка жива, нет. Интересный вопрос. Что-то непонятно. Я тогда химика же этого же разрушал. Либо моя успела разрушиться, хотя у меня вторая вон там вышка стоит, она, блин, стоит черти сколько, и с ней ничего не происходит. Вот здесь вот, казалось бы, просто металл должен добыться. Но не тут-то было. То есть сначала, опа, сломался металл. Сейчас смотри, что пойдет. Неочищенная соль. То есть она где-то внутри, зараза, спавнится. До кучи. Ее добываешь, и потом... Хитбокс металла внезапно кончается, надо переместиться. И долбать уже здесь. То есть вообще, конечно, жесткие комбо. Так, ну это нафиг все выкидываю. И что нам надо? Вес. Ну давай немножечко дамаг покачаем уже. Короче, как-то так. Вот еще металл-невидимка. То есть я пытаюсь его добыть всеми силами. Но смотрите просто, вот это как? Это вот как они хитбокс этого металла сделали? Почему? Вот почему просто? Я бы тут гораздо быстрее все добывал, будь это попроще. То есть, о, внезапно, да? Как пришлось, как удалось добыть. Просто что, коробочка закрытая, но я ее уже... Юзал. Почему-то еще раз юзнулась. Короче, видать, какой-то патчик был, они что-то тут поднакатили, раз у меня и карта закрытая, да? Да, у меня нафиг карта закрытая. Вроде как скинов добавляли или еще чего, это надо на другой сервер переместиться и вернуться, и посмотреть. Глядишь, и какие скины есть. Кстати, возможно, стоит замутить. Хочется посмотреть, может быть, каких-то бонусных скинчиков. Там я видел какие-то... Тег-скины на
Раптора, еще что-то писали, что новое за предзаказ. Ну, то есть, получается, если вы купили до релиза, это считается предзаказом. Как-то так. Вот еще божественный хитбокс металла. Ты видишь металл, но ты его не соберешь. Просто такие жесть. Я не знаю, это или Анкила багованный, или это металл. Ну, скорее всего, хитбокс и металл. Ну, вот так вот заполз. И смотри-ка, смог добыть. Ну, получается, вот за один заходик, что мне тут удалось? 800, ну, 1000, грубо, да? Ну, что-то маловато. Обычно 1200. А, ну, в принципе, ладно, плюс-минус норм. Тем более, что это в целом не напряжно. Еще бы металл добывался сразу с первых попыток, а не вот так вот, что подходишь и вы ищешь какой подходящий наиболее угол, с которого надо ударить, чтобы найти этот долбанный хитбокс. То было бы совсем круто. Так, ну окей, вернулся я уже на базу. Попил, поел, все хорошо. Давайте вон лучик золотой соберем на всякий. Надо волчару проверить. Ну окей, сейчас проверим. Так, он еще не опустился. Так, приземляйся. Так, ладно, я успею пока волчару проверить по ходу пьесы. Че, какого-то там левела? Или волчица, или волчара. Так, а где ты вообще? Я ж пролечу мимо, если полечу. Блин, сел в какие-то кактусы. Что за дерьмо? Так, это минусом, иди лесом. Так, отлично. Мне же нужен то ли самец, то ли самка. Что за мелочь? Кого-то там еще испепелил, титан-муравей. Под шумок там ползал. Да, еще только опускается лучик. Что у нас тут вообще в округе? Есть что интересного? Не видно ничего. О, смотри. Аргенты летают всякие. Так, 10-й самец. А, вспомнил, я же еще рексов вылуплял. И мне для разведения рексов эти рексы не особо подходят. У них там базовый дамаг что-то около 400, то есть при рождении. У них, конечно, мутации есть на красный цвет, но как бы пофиг. Мне хочется дамаг, чтобы был хотя бы около 500-ки базовый, если я рекса вдруг выращивать начну. Поэтому, чтобы как бы потомство нормальное сделать, надо рексов искать. Надо именно что искать. Вот смотри, кошак то ли за мной бежит, то ли что хочет. Не, он просто от кого-то убегает. Кися! Прощай, 5-й левел, тем более. Зачем ты вообще такой родился? Что ты еще добыл оттуда? Ух ты ж, стрелы. Нифига себе, фарм стрел, да? Ну-ка. Что в желтых? Да. О, седло для мегатерия, кстати. Пусть будет. Ну и фляжку возьму. Остальное лютая ересь. Взял соль. То есть затейка у меня сейчас какая? Мне надо бы 80 левел докачивать. И надо заодно геру бы подкачать, да? Кстати, надо скинуть седло. Что у нас тут? Фляжка, седло. Ладно. Нужно геру подкачать. Нужно самому левел добивать. И раз я хочу на альфаче это сделать, то неплохо было бы и прайма пожарить. Так, это готовое седло. Фляжку мы, наверное, во вразное закинем, чтобы были, да, в запасе. Хотя у меня уже тут есть какой-то запас, уже есть металла, тут всякие построечки я мутил. Ну, как я уже говорил, он не вышел там построиться, но зато они пригодятся для постройки в пустыне. Я же 80-й возьму, и у меня есть хитрый план по, как бы, сбору, как это называют, ящиков, да? Они именно для 80-го левела, которые спавнятся в пустынке. Поэтому наша задача сейчас найти альфу, ну, по крайней мере, постараться, было бы неплохо. Что ж, вот мы уже и около ущелья. Тут надо аккуратно летать, что сейчас нагрю. Немножечко не того, кого планирую. Яйца собирать сейчас навряд ли буду. Хотя, кто его знает, да? Так, тут альфачей не видно.
Где-то, наверное, в той стороне, если что, вдруг. Блин, было бы круто найти альфа-червя, я еще ни разу не видел его. Как бы вживую, да? При личной встрече обычные-то черви встречаются. А вот альфа-ча было бы прикольно на самом деле. Они здоровые очень. Прям реально здоровые. Здесь, в принципе, неподалеку есть места спавна коробок. Ну, мы их уже находили в каком-то из видео. В принципе, в недавних. В принципе, не особо секретная информация. Они, как бы, на Вики есть все эти места. Так, с моей ловушкой все хорошо. Ну, где-то тут альфы спавнились. Ну, по-любасу, тех уже поубивали. С большой долей вероятности. Так. Ну, тут не видно. Тут, конечно, куча вив, но альфы нет среди них. Так, вот может здесь. Когда не надо, их по три штуки, блин, лазит. А когда надо, попробуй найди. Я хочу альфа-ча загрызть. Это нам даст и опыта не кисленько так. И помимо всего прочего, мясо. Прайм пожарить было бы тоже неплохой идеей. Ну, по-моему, кто-то тут прошелся, что ли. Так, жди, ядовитую я сейчас сагрить не хочу на себя. Да. Альфу пока по-прежнему нифига не видно. Они, в принципе, очень сильно выделяются на фоне остальных. Своей чудо-юдо-подсветкой. Так, зараза, что, придется обычной жрать? Немножечко не то, что я хотел. Сейчас еще на меня какая-нибудь тварь сагрится. Нет. Что-то не везет нам в плане альф. Знаете, кто летает? Столь дерзко. Самка какая-то грозовая. Ну ладно, перекур. Я не знаю, даже стоит ли зеленый лучик юзать. Это в принципе такое. Ну да. Так, всякая лабуда. Черт, ядовитые две штуки. Три. Не, с ядовитыми драться не хочу, опасно. Могут меня ядом просто выкосить. Они это умеют. Давай хоть какую-нибудь сожрем. Так, чтобы чересчур табор за собой не загреть. Тут что? Там тоже ядовито. Плохо, у меня маски нету, я нигде в лучке не находил, я бы так маску одел бы и не парился. Чё, может это какое-то яичко востырить хоть, раз прилетели. А, давай присмотримся. Просто так их жрать смысла особо я не вижу. Ладно, соль пусть будет, пофиг, она легко добывается, делается. Так, чё по яйцам? Чё-то не видно. Так, немножечко перекура. Ты что тут слазишь? О, первосортно. Жесткий фарм, два куска. Так, подожди. Это желтый луч. Тут может быть, конечно, в теории что-нибудь плюс-минус полезное, поэтому. Нефтяной насос возьмем. Фиг знает, может я туда поставлю опять. Или мы с химиком будем воевать за эту фигню.
или там откат был. Я не знаю, почему она стоит. Ну, скорее всего, не откат, скорее всего, моя снеслась каким-то макаром. А, жди, вот тут два гнезда. Так, отлично. Иди сюда. Иди сюда. Сейчас мы попробуем залутать эти гнезда. Каким там левелом? Что-то не особо я рассмотрел. Так, какой-то там 130 или типа того. Да ладно, неважно, жрем да и все. Она хорошо, что меня атакует вот этими чудо своими атаками. Типа, надеюсь, сожрать. Толк у меня молния бить. Я тоже так-то на огненной... Ой, на огненной. На грозовой виверне. Да, левел там не особо. Хотя для моей виверны пофиг на левел, по сути. Учитывая, что привязочка, все дела. У меня-то и защитка, и дамаг больше, в принципе. И плюс меня молнии не бьют. 135-я. То есть там яичко 135-й грозовой. Маловато будет. Ну, зато прайм подъехал. И левелы. Ладно, погнали тогда его жарить. Что, яйцо бум брать? В принципе, там грозовая. Я лучше прайма пожарю, а то у меня с праймом беда немножко. Ну, не все успел приготовить, блин. Так он быстро... портится этот прайм, но у меня нисколько нет, поэтому сойдет. В основном я хочу еще немножечко покоптить его, ну и чтобы был на какие-то киблы и так далее, иногда нужно. Поэтому чего бы и нет. И что у нас еще тут? Ну тут просто мясо и так далее, это понятно. Давай сольку заберем. Солька пригодилась. Я ожидал, конечно, альфу вальнуть, ну ладно. Что вышло, что то вышло, как говорится. Сюда, наверное, в разное закинем вот эту тему. У нас тут уже вторая, но ок. Там еще и ветрячок есть, которым я, в принципе, пока не пользуюсь. Но, возможно, где-то в пустыне бум-базу делать, такую временную. Там, возможно, пригодится. Что у нас здесь? Здесь все норм. Давай посмотрим, сколько там успело меда сготовиться. Хоть успело что-то? Одна баночка. Маловато будет. Я думал, хотя бы баночки две. А хотя мне надо больше. Ну ладно. Больше так больше. В любом случае, на этом всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И всем всего хорошего. Пока-пока.